Так, у нас сколько? Три пала, да? МП5 дай мне. А, нет, есть, сорян. Там, этот, давай холи пал МП5, а Эндрега кулаки. Я каски, да. Запускай пока. Погоди, что, работу не ставили? Запущено уже. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, Процающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища... Ой, танкуешь? Войд, по себе священный щит, пока дожми. Да вон пусть лучше этот танкует. Пускай он соло, соло танкует, короче, никак не вам. Давайте рост на первого, ага. Так, первый стат, у него уже так доспер. Сейчас не должно его убить, я ему бог потом дам. Второй. Сейчас скажу, короче. Прожимай кровь вампира. А, ты уже прожал. Так. Ну теперь давай не. Блин, я все забываю про эти разбитие касок. Не успел. Да, бобсина. Дурака этого бить. Двух дураков бьем. Так, сон, как уже стоит, нормально. Повесь на бойду частицу. Печати порчи нет. Вот я бомж. Ничего, огонь есть? Да, сакру прыгаем. Блять, я встань, я сейчас ничего не могу сделать. Я тоже. Не знаю, тут их фильтита. 20 секунд еще. Давай теперь снимай диван. Хиль. Нихуя мы тела. Захиливаем людей. Блять, мана кончилась. Залей себе. Урх, давай гимноману. КДР. Урх, гимноману. Так. А друидов у нас нет, да? А, друид у нас упал, нахуй. Ебана, блядь. Вот так живем. Айсфриза хилим. Сейчас бегите за Айсфриза. Поставил звездочку, убегайте. Сука, ледяной рев вам вообще пизды даст. А, там же он не сможет. Ну зашибись. Да, он, короче. Бабл прожми. Ну, все, пиздец. Че, это лайк или бьем? Yes. Давай, Геру, че вливайтесь? КД.
Вы сейчас все не стойте, блядь, на одной линии, сука. Разойдитесь немножко. Сейчас всех вас пизда вам, ёбаного. Я, главное, отбежал. В сторону один хуй меня достал. И у меня широкий конус. Поэтому я говорю, не танчи его здесь тянуть, блядь. Ну, либо вокруг него надо хороводом собрать. Здесь есть Гера, может, да? КД еще пока. 5 секунд. Это добьете так. Че, давай Геру, нет? Вот, сука, ёбок. Не надо стоять по 3 человека, вы по 4 стоите. Сказал, вокруг босса надо вставать. Ну, так был бы меньше полного хп, рейд упали бы, блядь, сразу. Пусть он умрет сам. Скорее всего, сам умрет. Сейчас такой разбегается и по пути, оп. Быстрее запускать сразу. Запускай. Погоди, не запускай, какой нахуй запускай. Сейчас пробафаемся, потом запустим. Да, успеем пробафаться. Че, утонуть? Конечно. А чё, где лут-то? О. Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. О, это на ДФБ, да, запы пойдут на ханта? Не знаю, не соображаю сейчас. Я, короче, замедлю их. На всякий случай. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь смельчаки. А тут можно в одного танка, да? Что? К ритуалу призыва. Да. Красный демон. Готовьтесь к забвению! Ну, бафы дайте. Каску хотя бы. Я раздал. На кого? А, все вижу. Облапайте. Ага, получилось! Сала. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Геру что не давать? Оставить лучше, да? Пула с пула на этого босса дашь. А там чемпион. 3 минуты КД. Прежде чем он откроет портал в свое темное царство. А, у вас КД? У кого? А. Перед вами Джараксус! Эреданский повелитель Блани. Ну не давай. Забери эту дуду. Олеж. Должна послужить уроком тем, что смеет... Че тут шеи постоянно падают? О, у меня как раз шеи нету, есть. Как я, как мне повезло, да? Как удачно, да, ворвался. В следующем бою вы встретитесь.
встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Танк прыгнул. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Что-то онлайн за всего 23 человека. Че, если что, пугов доберем, да? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Стой. Пугов доберем, если че, выбочку. Ож, охуеть, че я. Сейчас, секунду. Так, посмотрим, кто там сам вышел. Лок твой, этот самый, вот этот полено. ДК сегодня вышел. Че, короче, первого лока убиваю. Да. Или хилов. Лока. Значит, я этот, айсфриз, держи ДК. Кружок. Все, будем бить. А у них Холи Пауэр, ЛМ, ДК и Лок. Это Энх. Будете бить после Лока. Это ЛМ. Энх. Ты не видишь, сколько маны, что ли? Шабат всегда Энх вроде, да? Да? Да. Вот, может быть. Вопрос? А хотя да, эти одноручки. Казалось, что мое полено, что с ним должно делать? А, страх три раза, потом изгнание. По очереди чередуешь там, типа, ну изгнание, знаешь, там. Страх. Что-то я найду? Ну, короче, один раз страх кидаешь, ждешь, когда откадешься, снова кидаешь. Откадешься, снова кидаешь, потом уже изгнание три раза. Так же. По я ГКД. Будете бить звездочку, потом квадрат чихнуть. Ну, я не из тоста это не включал. Так, лок. Ну, все, все готовы, погнали. Диспел с меня. Похуй, да? А, приз, ты не умеешь нихуя диспелить. Давайте квадрат добивайте, сбивайте лукаст. Диспел массу. Где треугольника, блядь? Где отсюда? Сложно уйти, что ли? Сектор газа, тебе сложно уйти, что ли, или что? Говорил квадрат бить, вы мага бьете нахуй, его захиливает квадрат нахуй. Стан дайте ему и добейте. Говори там что-то копать. Не слышу, не вижу нихуя. Так ты же говорил, кого бить. Все, уешьте этих пидоров, просто и все. Так они Холи Пауэра еще не убили, блядь. Так. Давайте мага убейте, мага сначала. Бейте мага все, потом добьете ДК. Давайте Ардру. Заебал. Хотя, давайте добивайте ДК, у меня мало хп осталось.
эфир какой-то, эх, ебаный, заебал меня уже. Бейте треугольник, да. Бейте сначала арку. Сплюхи вас убьет. Все добивать. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной клуб? О, ретрика. Трини. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Сплотившись, вы сможете пройти последние испытания. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Значит, ты знаешь, да, что делать с всадником? В прошлых резках был, и в прошлых стах. Значит, как обычно, вы бьете кружок, если смена цели происходит, то в квадрат переключаетесь. Валик держим вместе возле белого. Если мы будем переключаться на белый, то валик отведем к черному порталочку. Сектор. Крис на барабане. Давай, погнали с этим. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, ближе вот сюда ставь, как я свой ставь. Вы умрете. Сейчас немножко подожди. Пошли к черному порталу, раз вы белую взяли и не сбили щит. Меняйте. Сел. Ты темп поставил. Крис гиб на ману. Раз вы взяли черную, пошли к белому. И тут смена будет. Че, почему берут то, почему у меня ничего не показывают, что, блядь, какая-то хуйня. Белую сферку и побить квадрат, потому что когда одна валька умрет, вторую вы не сможете добить. На, это бьем. Кстати, ревно с ним. Возьмите черную хуйню. А ее, по-моему, под белый надо бить. Белый портал пропал, если что. А черная не поможет. Я вообще по мане сел полностью.
дал тебе предложение. Так у него хп не уменьшается вообще. Да уменьшится. По 2000 бьет нормально. Или если там опоссом, она тоже не занимает. Чем я занимаюсь? Ну, ну полипало там она есть. Я ее только что себе отбил. Да, Шам, лучше подамаж. Вроде удержать-то реально. Ебай, как туго. Да. Сейчас еще туже будет, блядь. Лол, давайте я ногу быстренько. Как дела? Счастливо. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Достаточно ман. Мы примем любой вызов. Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не рубианцы воздвигли целую империю. Так у нас ДПС большой, да? Дами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Сразу чекнем готовность. Значит, на 50 там, как обычно, геру дадим. Сейчас это ману надо пить. Там, короче, первые два жука заливаются, вторые два жука ставятся под босса, вы переводите босса, и как перевели, добиваем жуков. Только чтобы не зарылись. Сильно зергаем. Так. Ну там берите, что выделяют. Курсе, да, на второй фазе рейд дайте, чтобы хп опустился, там хампер за этот хил, чтобы мы долго не били. Готов, Гаксон. Начинай, ДК. Это место станет вашей могилой. Закопается же, блядь, будет проблема. Давайте Геру, кстати,
Да давай там потом дадим, когда начнется эта хуйня. Перевели босса и заливаем жуков. Жуков залили. Потом босса спокойно. Теперь босса куда? Поменьше по хилу рейта пустите. Пустите рейд немножко. Меточку какую-то хуйню костылите. А рейд пропустите немножко. Нихуя здесь этих трофеев падает. Плащ на ретрик. Ну я зайду паладином. Или просто мне потом так кинешь. А, тебе кинешь. Угу. Кинь мне навара. А это сейчас лес. Че, зачем ты шамана вычел? Ну так ты говоришь, навара. Так ты че, уже начислил, что? Ага. Кто волка выиграл? Кто это меня делает? Кто волка выиграл? Сектор.